Собрались, пока мы шатались черти где, ты и Леон ходили на море и наловили себе целый ужин. Где ужин? Вон ужин. Между прочим, на море опять море ушло, принесло вот таких вот зверюшек. Как они это наловили, я не знаю. Но, очевидно, сейчас будет серьезный такой ужин. Лом. А? Ты? Лом? Короче, они вместе пошли, наловили, счастливые вернулись. Вообще здорово. Чем орудуем? Той. А, той. Лэм. Золотой. Той. Лэм. Ой, они еще трепыхаются. Обалдеть. Оно тут все живое, трепыхается. Здорово. Смотри, оно там все живое. Валька. Короче, Леон сейчас будет из этого добра готовить ужин с чесноком. Угу. Ты как, участвуешь? Ну ладно, ты уверен? Нет. Точно? Прикольно вообще. Оу. О, а вот и сковородка пригодилась. Спасибо Руслане за шикарную сковородку. На ней все это, кстати, пахнет очень приятно. Но оно еще живое, свеженькое. Микрокрабики. О, сейчас будут микрокрабики с чесноком. А вот здесь, типа кухня на балконе. Плиточка, алоэ, все специи. В общем, вот, такой быт. Время к ужину. Второму. Вообще, я все-таки еще раз покажу обстановку. Вот героические вьетнамцы. И детей на раскладушках. В общем, вся семья тут живет. Так бывает.